Как говорится, каждому свое. Кому-то манекенщики, кому-то скорость и адреналин. Кэмерон Диаз угробила новенькую тачку на тест-драйве. Это произошло во время съемок самой популярной и, пожалуй, крутой программы про автомобили «Топ Гир». Кэмерон пригласили поучаствовать в легендарном шоу вместе с партнером по фильму «Рыцарь дня» Томом Крузом. Голливудским звездам предложили по очереди протестировать машину эконом-класса. Они должны были показать лучшее время и поделиться впечатлениями от автомобиля. Том Круз, как подобает супергерою, прошел трассу без сучка, без задоринки и даже показал настоящий каскадерский трюк. А вот Кэмерон во время своего заезда не справилась с механической коробкой передач и сорвала сцепление. Ей пришлось остановиться и позвать на помощь механиков. Тачку с трудом удалось привести в чувство, и гонку продолжили. А вот и впечатление Кэмерон Диаз от этого заезда. Долбанная британская тачка. Блин, я все еще в шоке.